Ежегодно 26 июля дагестанцы отмечают один из главных государственных праздников – День Конституции Республики. Именно в этот день в 1994 году была принята первая постсоветская конституция Дагестана как субъекта в составе Российской Федерации. А 26 июля был объявлен Днем Конституции региона и стал днем общенационального праздника. Конституция в Дагестане играет важную роль, поскольку занимает первое место в формировании региона как гражданской и правовой республики и выступает основным законом. Праздник обязательно нужно отмечать, потому что патриотическое воспитание наших, особенно молодых поколений, очень важно. В этот прекрасный патриотический праздник жители города и гости республики решили поздравить всех дагестанцев с этим знаменательным днем. Конечно, поздравляю горожан города Каспийска и Республики Дагестан с этим праздником. Это пожелать им крепкого здоровья, благополучия. Им, их семьям, их окружением жили благополучно, в достатках, чтобы всегда было мирное небо над головой и не знали никаких проблем, и чтобы Дагестан оставался всегда доброжелательным, гостеприимным. От всей души хотелось бы поздравить дагестанцев с Днем Конституции Республики Дагестан. Всего самого хорошего, мира, добра, счастья. Дагестан, с праздником вас! Это замечательный праздник. Всем вам здоровья, благоустройства. Вы, смотрим, процветаете замечательно. У вас красивый город, красивые места. Кроме того, 26 июля в честь Дня Конституции Дагестана в городском парке имени Магомеда Халилова состоится ряд праздничных мероприятий. Жители и гостей города с 4 часов вечера ждут тематические мастер-классы и выставки. Праздничный концерт состоится в 18:00 возле фонтана.